Спасибо, что ознакомился с 3D продуктами. Меня зовут Дональд Уильямс. В этом сегменте мы рассмотрим и покажем вам несколько экстремальных случаев того, насколько хорошо вы будете оснащены 3D-багом. Прей для удаления насекомых – это средство на основе ферментов, которое вы распыляете на пораженные участки и даете ему посидеть, съесть и ослабить некоторые из этих кишок насекомых вот так. Очевидно, что это экстремальные случаи, когда эта машина проехала из одного пункта назначения более пары сотен миль по каким-то открытым полям. И мы хотим убедиться, что показали вам самые экстремальные случаи. Это безопасно для краски. Это безопасно для пластика. Это также безопасно для окон. Это значительно облегчает удаление кишок вашего жука, просто оставьте его там на некоторое время, примерно на минуту или две. Возможно, вам захочется избегать делать это на солнце при непрямом солнечном свете. Попробуйте сделать это в вашем гараже, и тогда это будет могу. Либо смойте это с помощью мойки высокого давления, садового шланга, используйте немного розового автомобильного мыла, нейтрализуйте его. Либо вы можете использовать 3D-безводную автомойку, которую мы собираемся показать вам, как использовать здесь всего за секунду. Теперь мы уделили этому пару минут. Чтобы средство для удаления насекомых действительно попало внутрь и съело часть белков здешних насекомых. Мы действительно можем взять и нейтрализовать его с помощью какой-нибудь безводной автомойки. Затем возьмите и опрыскайте одно полотенце. Сделайте его красивым и влажным в основном. Смажь полотенце маслом. На тебя можно ссылаться в нашем видео о безводной мойке автомобилей из других сегментов. Одним полотенцем вытирай грязь, а другим полируй ее. Возьми второе полотенце, так что давай побрызгаем на окна вот здесь. Сначала мы будем работать сверху вниз. Теперь я могу быть немного более агрессивным со стеклом, потому что мы не боимся поцарапать его грязью, которая здесь находится. Подойди к этому зеркалу заднего вида и побрызгай на него небольшим количеством аэрозоля. Я хочу показать тебе, как хорошо средство для удаления насекомых стирает это пятно. Проследи, чтобы все было удалено. И все жуки исчезли. Теперь, когда ты перейдешь к грилю, он будет намного более тяжелым. У тебя будет гораздо больше жуков, кишок и всего остального, что здесь наклеено. Мы начнем с нашего капота. Вытрите его. Вот убедись, что мы нейтрализовали здесь все ферменты. И это очень легко вытирается. Теперь для грилей, которые больше всего взрываются, ты можешь воспользоваться безводной автомойкой, опрыскать ее распылителем, а затем использовать мягкую мойку с порошком. У щетки приятная и мягкая щетина, она не очень жесткая, но она создана для того, чтобы помочь удалить кишки этих насекомых. А также она действительно помогает проникнуть во многие укромные уголки и закоулки, которые так доминируют на многих грилях и вот здесь. Это помогает сохранить цвет, потому что он мягкий, а также помогает избежать царапин на краске, линзах и решетках радиатора. Это помогает предотвратить это. Так что мы продолжим, и это поможет нам ослабить это и избавиться от некоторых из этих действительно опасных насекомых здесь. Быстрое опрыскивание водой с помощью безводной промывки позволяет удалить остальных этих насекомых. Ив, приятно. Мы благодарим тебя за то, что ты нашел время ознакомиться с 3D-продуктами, а также за то, что ознакомился с этим выпуском 3D-спрея для удаления ошибок. Пожиратели ферментов, в основном того, на что мы здесь смотрим. И Ев, до следующего раза, когда я буду Дональдом Уильямсом, не стесняйтесь подписываться на наш канал и искать нас на Facebook.